Ненецкое региональное отделение Союза пенсионеров России организовало выставку работ людей высокого возраста. В условиях ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, познакомиться с работами, представленными на выставке, можно пока только в телевизионном эфире. Александра Литкова расскажет подробнее. Вязаные цветы и фигурки животных, кружевные шторы ручной работы и многое другое. Поделки в виде пасхальных яиц, представленные на выставке, пенсионеры сделали еще в апреле. Но тогда организовать экспозицию не удалось. Времени на творчество и изготовление поделок у местных умельцев высокого возраста было предостаточно. Тогда мы обратились в газете ко всем пенсионерам и предложили заняться творчеством. Это было накануне Пасхи, до Пасхи еще было время. И мы сказали, давайте делайте пасхальное яйцо. Ведь часть у нас пенсионеров живет в одиночестве, без семьи. И поэтому очень сложно сидеть дома, без общения. Да еще и с опаской, со страхом перед этой эпидемией. И мы обещали им, что как только появится возможность, то мы проведем выставку. В рамках постоянного взаимодействия с окружным союзом пенсионеров выставку посетил сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев. Вот такие мероприятия, связанные с выставками и ярмарками, объединяющих людей высокого возраста, мы на всех уровнях муниципальной власти, региональной власти подключаемся к этим процессам, стараемся помочь. Это действительно большой и кропотливый труд. Притом это вот, ну, можно на уровне произведения искусства говорить. Действительно, выставка на очень хорошем уровне. Вместе с тем, пасхальные яйца действительно трудоемкие. Вот это надо действительно быть таким вот специалистом, вот так вот все это подать. Это действительно ювелирная работа. Мастера-пенсионеры принимают участие в выставке поделок уже более 20 лет. Председатель регионального отделения Союза пенсионеров Римма Костина считает, что пребывание дома во время пандемии коронавирусной инфекции – отличное время заняться любимым хобби. Посмотрите, насколько интересны поделки. И даже наш дом престарелых и инвалидов представил свои работы. Вот у них два зайца, собака, панно там есть интересное. То есть я хочу сказать, что это творчество людей, которые были в изоляции. Выставки поделок – одно из самых востребованных массовых мероприятий регионального союза пенсионеров. Работы на выставку представили более 50 человек, и каждый из них по несколько изделий. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».